Показано, сколько дамага дал и сколько дамага дали тебе. Да как я это жду, пацаны? Нажимаем 0. Сам видишь, какой прицел. 9. Прицел, точка. Социальные сети сразу появились. Просто стреляешь, и следы от пуль, крови и прочего слетают с твоей карты. ФПС вверх, и твой скилл также вверх. Эй, здорово, дружище, с тобой Серега, Сайбербанана. И в этом видео подготовил тебе пушечный читерский конфиг. Я его доработал. Дополнительные прицелы, повышение ФПС, улучшенный радар, да целая куча всего. В этом видео, да, ты все узнаешь. Как установить и как поставить, я тоже все в конце видео скажу. Что, нас 24 тысячи, спасибо тебе огромное, а мы начинаем. Итак, вот начал записывать видосик, а мне уже кейсик прилетел. Хорошо, подписчики меня любят, это неплохо. Давай начнем с первого самого, как включить конфиг. Нажимаем консоль, exec, cyber, banana. Бау! ФПС сразу залетел, социальные сети сразу появились. Добавляйся, если где-то еще не добавился. Поехали в катку, покажу все достоинства этого конфига. Давай выберем контртеррориста. И самое первое, не будем ФПС, ну понятно, почти по 400, поэтому давай просто правый Ctrl нажимаешь, все, ФПС не видно. Сразу же сходу смотри, я наношу урон. Давай, дружище, забирай меня. Отлично. Нажимаем консоль, и что мы видим? Показано, сколько дамага дал и сколько дамага дали тебе. Желтым цветом, чтобы ты свои глаза там не прожигал там в консоли, где-где. Теперь все отчетливо видно. Окей, поехали. Теперь вверх-вниз стрелочки. Все, мы настроили все. Сервер для нас, чтобы мы тренировались. Также N кнопочку нажимаем, убираем всех ботов. И теперь давай пройдемся подробно по прицелам. Нажимаем 0, сам видишь, какой прицел. Нажимаем в 9, прицел точка, это читерский прицел. HLTV топ-1, естественно, здесь также в нашем конфиге. Ну и самый стандартный прицел, который просто больше, наверное, 80% игроков именно катает на таком прицеле, потому что он действительно годный. Цвет прицела меняется на колесико мыши. Нажимаешь 1, 2, 3, выбираешь просто мега лютый прицел, а плюс еще точку ставишь, и ты готов разрывать. Закупка гранат на F5, F6, F7, F8, это очень удобно, если тебе на первых таймингах куда-то полететь. Но это не все, ты посмотри вот этот радар. Видно, где я нахожусь, видно абсолютно всю карту, где лежит бомба, где твои оппоненты и прочее. Всю информацию ты собираешь, просто сидя на одном месте. Ну, допустим, пошел врыв на апленд, и тебе нужно срочно раскидать все гранаты, которые у тебя есть. У меня граната Z, берем в руки молик. X берем в руки смог, C берем в руки флешку и V берем в руки хае. Итак, давай представим. Кидаем молик сюда, кидаем смог сюда, кидаем флешку сюда и все. Идеально, просто хотя бы какие-то буквально за пару секунд на первых таймингах ты закрыл или хотя бы как-то сдержал выход, чтобы твои тиммейты немножко стянулись. Представь, было бы это дело ты так. Так, молик сюда, так, смог сюда, так, флешка сюда. Понимаешь, сколько времени ты теряешь? Но благодаря вот этим бедам, это все намного быстрее и круче делается. Ты точно знаешь, что кто-то есть на топ-миду, вот 100 пудов знаешь, но тебе тиммейт орет «Это Палас!» Орет постоянно «Это Палас!», но ты знаешь, что вот сейчас он уже выйдет, и ты его даже слышишь. И просто мут всей команды. Дожидаешься момента, закрываешь, и потом включаешь обратно voice-чат. Ну, клип у меня стоит на Alt. Это очень удобно. И, кстати, джамп-троу, пацаны, что же я не рассказал вам про джамп-троу? Смотри, к примеру, ведешь, нажимаешь пробел, и он автоматически прыгает и кидает гранату туда, куда тебе надо. Так что, дружище, юзай обязательно, только просто так не нажимай пробел. Лучше на колесико мыши прыгай. Смоделируем ситуацию. Ты собираешься пикнуть мид с очень хорошей позиции, но тебе кто-то скидывает бомбу в руки. И чтобы быстро ее выкинуть, чтобы не искать ее там тоже на пятерочку или так далее, просто колесико мыши от себя, скидываешь резко бомбу и начинаешь пикать мид. Бывает такая тема, когда ты красиво прострелил, либо какой-то поставил вантап и хочешь выпендриться. Боковая кнопка на мышке, нажимай. Закрыто, держи крепче мой банан. А именно, ты деморалишь своего оппонента, за счет чего он будет психовать и отдавать раунд за раундом. А там близко и победа в твоей каточке, а возможно и повышение звания. Одна кнопочка может решить судьбу всего матча. Ну и также влево и вправо на клавиатуре пропиаришь меня. Мне будет дико приятно, когда ты с кем-то играя в пати, либо против кого-то хорошо, красиво всех нагибаешь и еще говоришь о том: Сайбербанана конфиг, смотри новое видео. Я буду знать, дружище, что ты в моей семье, братишка, что ты помогаешь мне добиться 100 тысяч подписчиков.
Ай, к концу года. Как я это жду, пацаны, вы не поверите просто. Но я верю, именно благодаря тебе у меня это получится. Ну и напоследок, это микрофончик. Я оставил на той же самой кнопке, боковой. Ничего не трогал, потому что 90% людей используют именно эту кнопку. Ну и автоматическая чистка карты. Просто стреляешь, и следы от пуль, крови и прочего слетают с твоей карты. FPS вверх, и твой скилл также вверх. Как скачать и установить мой конфиг? Заходим ко мне в группу ВКонтакте, нажимаем «Написать сообщение», восклицательный знак «КФГ». После чего отправляем, и нам приходит конфиг. Держи, дружище, мой читерский конфиг. Есть Яндекс, есть Google. Скачиваешь любой, это одно и то же. Когда ты скачал конфиг, нажимаешь правой кнопкой мыши «Копировать». Дальше. Локальный диск C. Program Files. Steam. User Data. И тут будут цифры. Как эти цифры найти? Заходим в Steam, в свой Steam. Дальше. Посмотреть инвентарь. После чего нажимаем мы «Предложение обмена». Дальше мотаем в самый низ, и тут есть «Кто может отправлять мне предложение обмена». Здесь мы находим вот эту ссылку, и после «Партнер» равно определенное количество символов, а именно 41-89-275. Находим здесь 41-89-275. Залетаем сюда, дальше 730, «Local KFG». И вот именно эта папочка «Твои конфиги». И просто правой кнопкой мыши «Вставить». Заменить в папке назначения. Все. Потому что до этого у меня конфиг уже этот был. Получается, первое, это мы конфиг скачали и установили. Теперь, как его запустить? В самом начале видео ты видел, что я нажал, когда зашел в Counter-Strike, и прописал exec в консоли CyberBanana. В описании также будет написано подробно. Exec CyberBanana. Смотри там, можешь просто скопировать и вставить уже непосредственно себе в консоль. Ну а с тобой был Серега, CyberBanana. Пользуйся этим читерским конфигом, он действительно годный. Лучшие прицелы, лучший радар. Все внутри сделано специально под тебя, чтобы ты повышал свое звание. Все, я погнал, а ты зацени вот это годное видео. Ну и лайк и на этот видос, и вот на этот.